Доброго всем времени суток, с вами Тексер. И это наконец случилось. А именно, я попал в Империон. Я обзавелся Империоном. 2 года этого не происходило, хотя мне писали, что типа, ну что ж ты в них не играешь, Space Engineer и все такое. Но наконец игра месяц назад релизнулась, я немножко посмотрел на баги после релизные. С оптимизацией тут конь не валялся, ну и в общем-то решил приобщиться к процессу. Поехали. Что тут, собственно, есть? Ну, из всех 4 вещей, свободное странствие, это с неограниченным здоровьем, ресурсами и прочим. Творчество на песочнице есть. И сценарий, воркшоп. Ничего это не интересует. Запускаем выживание. Так. Старт локация Аурайен. Ну, это какая-то планета с водой. Мне нравится. Тут можно красиво построить базу. Что основное? Можно дышать. Я не хочу ходить в скафандре. Давайте взовем ее как-нибудь, что ли. Вот так. Так, ну и посмотрим, что еще предлагают. Старт, локация Крисет. Пустыня, дышать нельзя, сразу лесом. Эд, болото. Ну, такое себе. И реструм какой-то есть. Слушай, тут 6 минералов. Морозильник. Дышать можно, да, но я морозильник не хочу. А тут 5, и реструма какого-то нету. А нужен ли он мне? А, хрен его знает. А, давайте тут земного типа красиво. Ну, с другой стороны, насколько я знаю по сценарию, тут в спасательной капсуле после взрыва корабля падаешь на планету. Ну, не идет же падать на какой-нибудь там, на какой-нибудь Меркурий или Марс. Конечно, надо падать на земного типа. Поэтому вперед. Что у нас, кстати, по потреблению ресурсов? А, ну, по-божески, 40%. Чтобы плавать под водой, должен надеть шлем. Логично. В игрушку я не играл. Я когда-то попытался играть в ее очень сраный доступ, когда планета была еще плоская, то есть там такая сетчатая стена стояла, разгораживала. Мне не понравилось. Она была страшная, она была глючная. Строить можно было мало, что планета была плоской. По сравнению с Space Engineer'ами была вообще игрушка ни о чем. И с тех пор не играл. Поэтому я очень смутно предполагаю, что тут можно делать. И... Ну, короче, нуб-нубу, если что. Вместе с тем игрушку очень здорово допилили с той поры. Тут можно летать по планетам. По-моему, даже другим звездам можно летать. То есть, может быть, даже все очень круто. Увидим. Увидим. Ну что, ну то загрузить уже. Да, оптимизация. Я посмотрел на ютубе. Народ играет. Оптимизация. Тут вообще конь не валялся. Что они делали 2 года, не знаю. Даже больше уже, наверное. Больше лет-то. Ну, сейчас постепенно допилят, я думаю. Сегодня обновочка какая-то была багфиксовая, то есть, ну, пилят. Но, конечно, смотри, как неторопливо все это. Ну, планета генерится, в конце концов. Подобное я видел в свое время, ну, понятно, Atlas. Dark and Light игрушка, вот, наверное, из этого семейства. Только вышел Ark, Survival World. И после этого Dark and Light вышло. Там вот этого дракона на загрузке можно было созерцать, ну, не знаю, там минут 20 загрузится. Не поможет мне генерация кислорода выжить, я на правильной планете. Так что нечего тут мне рассказывать. Направьте вашу капсулу к безопасному месту. А вверх я могу? Нет, вверх не могу. Вот это самое такое крутое, что я могу. Ну, я вот хочу к воде, к воде, к воде, к воде. Ну, вверх не могу, могу только ниже, поэтому смотрите, сколько обломков. Здорово. Немножко FPS попадал, ничего. Терпимо, 29. 29 можно пережить. Так, я выше поднять не могу носу капсулы, поэтому шмяк. Нажмите F для выхода, я видел. Аварийная ситуация зафиксирована. Кстати, в игре у меня включен русский язык.
То есть вот он тут русский, тут не русский. Вот тут он русский, вот тут он не русский. Статус корабля. Уничтожен ввиду неисправности системы двигателя. Ситуация. Разбился на неизвестной планете. Успешно покинул корабль на спасательной капсуле. Здоровье маленькое, но стабильное. Здравствуйте, командир. Рад видеть вас живым. Теперь я контролирую ситуацию. Изучу ситуацию. Это займет несколько минут. Ну, короче, спасибо и все такое. Для входа. А зачем мне входить в спасательную капсулу? Давайте войдем. А что там? Начало путешествия. Вы едва избежали ада. Вы пережили тяжелую аварию в старой спасательной капсуле. Вы столкнулись с опасностями этого неизвестного мира. Теперь пришло время найти ответы. Поехали. Вот, что тут у нас есть? Так, я восстановил наш сенсор и скачал лог с Apollo Station. Хотите вы это посмотреть? Ну да, хочу. Короче, это лог. Это... Я на Лагуаге сидеть переводить большого желания не испытываю. А вкратце могу сказать, что там было. История у них, в общем-то, не изменилась. Командир, я слежу сигнал флота Апсос, отправленный с ближайшей станции. Рад за тебя. Так, палаточка. Сканер РУД. Великолепно. Флот Апсос. Так, засыпать до утра мы не будем. Капсула дымится. Что у нас тут? Нормально. Я думал, хуже будет по оптимизации. А я так понимаю, нам нужно посетить станцию. Обнаружена новая точка интереса. Обломки. Итак, что тут произошло? Была некая станция Аполлон в космосе. Там проводились какие-то очень таинственные эксперименты. И на станции произошла авария. Плюс ее еще хакнули в процессе. И в итоге все рвануло. И вот мы тут. Краткое изложение событий. Война и мир в пяти словах. Так, смотрим. А, инструмент выживания обязательно. Его надо куда-то одевать? Давайте куда-нибудь его оденем вот сюда. Так, что у нас тут еще? Комплект оздоровления. Здорово. Детектор. Область сканировать. Давайте. Возьмем. Переносной термовентилятор. Здорово, вот как мазь. Ага, жратушки. Ну давайте жратушки. Ну давайте вот так. Бинты. Ну давайте бинты сюда. Вот так. Пока особо нету. Что у нас есть? Уровень 1. У нас есть аварийный конструктор. Это тоже хорошо. А это что мы можем изучить? Очков открытия. Он не валялся, но тут очень много всякого. Большое судно, малое судно, база, парящее судно, прочие инструменты, оружие. Я думаю, мне нужно будет оружие. Нет, когда очки будут, я даже сейчас дергаться не буду. А, фракции. Империя Зирокс, пираты, империя Крил, гильдия торговцев. Это NPC, да? Коман, понятно. Нейтралы, нейтралы. А меня тут нету. Ну и не очень-то и хотелось. Рекомендуем пройти туториал. Ну да, согласен. Место крушения станции. Полярис. Сюжетная линия. О как? Талон, у них тоже сюжетная линия. Хорошо. Оп. И такие корабли тут есть, что ли? Типовые. Или как? Ресурсы, время. Я так понял, у меня тут есть чертежи. Что-то типа того. Так, точки интереса. Вот карта планеты. Ну, я выбрал среднюю. Уся-Аш это мы. Вот Солнечная система. А вот елки, галактика. В общем, я не уверен, что тут никак в элитке. То есть тут очень далеко можно. Вот такая вот штука. Удивительно. Ладно. Давайте 8 нажму. Руда, хорошо.
Ну, не знаю, не меряет. Пожрем. Это лазер. А, это понятно. Ну, это обломки. Захочу железо, напинаю. Хорошо. Ну, пойдем. Что-то, видимо, можно собирать. Чё? F. Взяли. Вот этой штукой как-то можно управлять. Вот, утилизация. Давай посмотрим, что я утилизирую. Ресурсный бур. Вот что надо было, утилизация. Во-во-во, пошла, пошла. Ну, я камни взял. Здорово, правда? Ладно. Пойдем посмотрим еще что-нибудь. Ну, тут обломки, но я к обломкам, наверное, потом пойду. Сначала надо пойти... Какая гадость. Сначала надо пойти найти что-нибудь хорошее. Блин, красивая гадость, такая оранжевенькая. Понял. Брение камня. Зачем я камни буду? Я не знаю. Это ж камни. Битый камень. Ладно, берем, идем. Медные залежи. О, какой-то обломок, пойдем посмотрим. Так, то от третьего лица нельзя, да? Ладно. Медные залежи. Это не оно. Но это ж не медь, это ж был... О! Вот это вот точно какой-то минерал. Содержит медь, да. Так, хорошо. Камень не нужен. Так, это я уже собирал, я знаю. Вон еще медяха. Давайте потихонечку собирать, потому что это все надо, я думаю. О, я на него навожусь, и он пишет. А на пост выложить не пишет, да? Буду знать. Ну, это, по-моему, какой-то детский сад такой добывать в малых количествах. Привет тебе, обломок сбежавший... Ой, там кто-то ходит. Обломок сбежавший из спейс-инженеров. Утилизация, режим защиты. Потому что там кто-то шел. Радиация. Чё? Ты мирная? О, кости какие-то лежат. Я думаю, ты мирная. А у меня нет джетпака. Здорово-то как. Это чё? Это непонятная фигня. Понял, мимо. Вон там еще одно ходит. Так, 70 метров до станции. А, так это так близко. Я думал, у меня и тут путешествует черти куда. Вот он, станция телепортации. Ну, хорошо. Красиво. О, сколько FPS? 7.50? 5? Серьезно? Настройки игры. Так. Порадовался, да? Давайте вот так. Да. Здесь нет источника сигнала, он излучается с другой позиции поблизости. Хорошо. Ну ладно. Надо будет еще пониже, наверное, поставить. Это может быть первая подсказка того, что случилось с нами, Вика. Вика? Это Иду эту так перевели, что ли? Или это может быть ловушка? Радиация, да? Идентификация файлит. Хорошо. Там радиация была. И это плохо.
Тут что? Тебя начнем преследовать не белого кролика, не так ли? Ну, черт вас знает, может и будем. А, следуй за сигналом. А, Хейдельберг, корабль что ли? Ну, пойдем. Так, что там у нас? Все равно беда с FPS. Давайте еще поковыряем настройки. Fast. Ну, давайте на fast. Как-то так. Стало, конечно, пострашнее гораздо. А, причем у меня на компе все идет. Захват. Захват тормозит. Железо содержит вообще великолепно. Так. Давайте посмотрим, что я могу понакрафтить. Конденсер воды кислорода, портативный конструктор. А что тут заперто-то? Ну ладно. Аварийный кислород. А, спасибо, мне не надо. Инструмент выживания. Слушайте, я тут вообще ничего не могу. Мне нужен портативный конструктор в первую очередь. Бинты могу. Вот эту шляпу могу. Не знаю, с чего. Ну, не важно. Мазь антитоксиновая, мазь антибиотика. Аварийный паёк. Наверное, не тухнет. Пойдем дальше. А я думаю, я могу что-то в этом аварийном конструкторе что-то хорошее крафтить. Я так понимаю, к капсуле я еще вернусь. Зеленый, я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Ок. Ок. Я вот хожу, тут камушки собираю. И что-то мне что-то надо. Инопланетное насекомое. Это он так быстро меня убил? Фига себе. Вы забиты до смерти инопланетное насекомое. Ну ладно, чем это закончится? Будьте осторожны при путешествии через поле астероидов. Интересно, это вот так вот и выглядит? Перезапустите. Нет, спасибо. Так. Отвали от меня. То есть вы мирный, вас просто трогать не надо. Хорошо. А как взять все? А, left shift. Это что взять все? Ладно, неважно. Так, еще мне снова все раскладывать. Вот ты зараза. Как-то упустил момент, что он так сдох, легко и непринужденно. Лишь попискивает там. Ладно, пропадет. Само пропадет. Так. В общем, нужно оружие. Господа, нужно оружие. Содержит кремний. Давай. А оружие я, видимо, по сюжету возьму, да? Черт его знает. Пойдем. А, скелетики намекают, да? Что тут что-то не все так легко и просто на этой планете. Бурение камней. А, камни, конечно, как же. Ладно, надо было ознакомиться с этим. Блин, что ж у тебя с FPS такое? Ну, я уже хуже не могу сделать картинку. Видимо. Я сейчас попробую. У меня плохие подозрения. Так. Либо надо шедоуплеем пытаться эту штуку. Поток текстур. Экономит память для графических данных. Здорово. А, низкая выключенная близко. Низкая выключенная. Я не знаю, в общем, я ничего, не могу ничего ухудшить. Увы, господа. Бурение камней. Нафиг.
Только из Shadowplay попробовать, потому что тут прям просто беда. Обнаружен новый ресурс, железные залежи. Но это у меня пока рано, наверное, ресурсы. Насколько я знаю, вот на компасе вот вверху красное, это там где-то враги живут в тех краях. Слушай, я вас не трогаю, все, идите нафиг. Ладно, когда-нибудь оптимизацию завезут. Так, а давайте-ка поедим. Так, я понимаю, эта фигня попытается меня съесть. Если я подойду, мухи над ней кружатся. Не буду ее трогать. На чужих планетах не стоит трогать непонятные вещи. Да. Хорошая равнинка. Ясно место аварии. 4 часа до вечера. Ох ты. Игуанодоны? Не иначе. Ну, ох ты, и столбиком встает. Ну, из меня тот еще палеонтолог. Такая прогулка по планете. Так, а что, я съел и ничего, да? Ах, вот так вот. Вот настолько, да? На чуть-чуть у нас еда. А... Давай, делай. Крафт. А, ящерицы убежали, понятно. Лыжники. Ну так я что-то большого количества ресурсов-то не вижу. Прям вот гора. Это просто булыганы. Вот, что за синяя фигня растет. Попробовать. Собрать. Растительный белок, неплохо. Еда. Тут, в принципе, я думаю, прокормиться тут можно. О, железяка. Да не парьтесь, ящериц, я ни на кого не охочусь вообще. Ага, понял. Я надеюсь, к тому моменту, когда я построю космический корабль, тут уже будет все оптимизировано. Должны же разработать когда-нибудь оптимизировать. Или у меня будет другая видюха. Продолжаем наш путь. А я ноги вижу? Нет, ног у меня нет. Ну, это бывает. Во многих играх это бывает. Обнаружен корабль. Да я к нему иду как бы. О, очки технологии. Все, пошли смотреть. Так, что мне надо? Мне нужна вот эта крафтилка, нужна вот эта база. Сторонная станция, малый генератор. А, это когда у меня есть уже. Малый конструктор, вот. Открыть. Что мне еще нужно? Контейнеры. Нужны, да. Боекомплект, контейнеры хранения боеприпасов. Переживу. Пищевой процессор пока переживу. Охранные турели. А-а-а. Ну, ладно. Оружие, о, оружие. Дробовик, штурмовая винтовка, пистолет. Пистолет сами секунду засуньте. Снайперская винтовка, штурмовая. Штурмовая давайте. Есть. А патрон не надо к ней открывать? Она вместе с ними открывается? Наверное, да, вместе с ними. Переносной прожектор, фонарь, бензопила, инструмент текстур, детектор. Мультиинструмент. Интересная штука. Демонтажа, ремонт, изменение вращения. Ой, какая штука интересная. Сканер руды. Пока в руках бур. Ну ладно, прочее. Основа, блок лифта. Портативный конструктор. Наверное, мне это надо. Интересно, портативный.
Малый конструктор, видимо, где-то на базе ставится, портативный в кармане носится, правильно? Правильно. Так, корабли пока лесом. Кислородный бак. Лампа для растений. Да, это для базы. Магия 4, солнечные панели. Ну, есть. Я пока не буду очки эти тратить. Пригодятся. Так, а у меня что-нибудь изменилось теперь в конструкторе в этом? Нет. Портативный конструктор, давай. Погнали. Я тут могу что-нибудь собрать? Ягоды есть, а жрать нельзя. Так. Ты чё? Я их собрал или я что сделал? Я не понял. Ну, я руками попробовал собрать, но что-то не получилось. Так. Давай сюда. Мне писали, что в кармане не храни еду, она портится. Храни ее в конструкторе, я помню. Привет, ящерице. Да не охочусь я, не охочусь. Ишь, побежали. О, уже полчаса бегаю, ну ладно. Так, вот в ту сторону безопасно. Я потом туда пойду домик строить. У меня моя капсула, на самом деле, мне не особо нужна, но там было озеро. Осколки человечества. Эта планета видела много боев. Ваш был последний в серии. Отследить сигнал фото абсос, хорошее название, локализатор типа прикалываясь, который получает Вика, и вы, возможно, найдете останки своих товарищей. Хорошо. Возможно, найду. Чё? Кто рычал? Не надо рычать. Ух ты ж, талоны. Да идите вы в пень. Это одно из судов операции Феникс, хорошо. А вот и инопланетяне. Ладно. Ну хотя можно и местные, я не помню, кто такие талоны. Ничего, так встретился. Ну ладно, они меня не трогают, я их не трогаю. Ой, там что-то большое. Прикольно. Пеликан класс переводчик. Гейдельберг, действительно. Действительно. А как он так приземлился, что тут деревья выросли сквозь него уже? Но полностью разрушено. Я не уверен, что мы найдем здесь что-нибудь полезное. Не переживай, что-нибудь да найдем. Это вот эти баобабы сквозь него выросли? Здорово. В любом случае, мы должны посмотреть. Должны найти обломки 5 из 8. В смысле 5 из 8? Кто-то там отметил возможную цель для вашего расследования. Присутствует какой-то электромагнитный сигнал. Да ладно, погоди ты. Дайте посмотреть, что-то есть вообще. Вот контейнер, наверное, есть, да? Контейнер. Мотор берем. Так. Радиация какая-то нарисована. Хоп. Ну пустите. Ой, не провалится главное. Тут что? Стеклянная панель. Я думаю, мне все это надо. Здоровая штука. А деревья прям сквозь него растут, да? А согласись, очень напоминает Space Engineers. Слушайте, я тут, наверное, жить буду первое время. А эти? Тут поверху лучше прыгать. Чё это? Затонувший авиасигнал. А, это у меня миссия такая, да? Затонувшая. Ну, конечно. И было оно затонувшее. Берем. Что еще хорошего? Ничего, как отсюда выбраться? О, я попал, да?
Я, наверное, разобрать могу. Через АЦ. Могу. Утилизировал, ага. Так, тут деревья. И выбрал. И вышел таки снова на Дерибасовскую. Так, куда это? Я к ящику лазил, да? Угу. Больше не полезу. Пойду на выход. Вот там какая-то хреновина интересная лежит. Так, вот этот ящик, да? На который я упал, да. Это этот. Что-то радиация. Ну, небольшая радиация-то. Честно сказать. Так, емкость. А что 5%? Топливо, понял. Пошел я отсюда. Топливо космических кораблей, оно чаще всего радиоактивное. Давайте посмотрим внутри. Давайте посмотрим. Оптоволокно пойдет. И мотор. Я посмотрел внутри. Сильно ударил нас. Вид лазерного снаряда или очень продвинутой ракеты. Мы отделены от основного флота. Эти отрезали нас от остальных, пытаются сбить нас. Они будут успешными. Они будут успешными. Великий, могучий. Капитан послал аварийный сигнал спасения. Мы совершаем аварийную посадку. Все двигатели выключены. Я ухожу в спасательную капсулу. Главный инженер первого класса. Очевидные следы. Мне 7, 8, 6. Чего? Почему он тикает? Кстати, Вик, ты заметил, что все обломки, похоже, выветрились? Как будто пролежали здесь довольно долго. Ну да. Это даже я заметил. Не то, что Вика. А, это, видимо, фраза тикает. Отсчет. Я уже анализирую следы. Давай. Первые результаты показывают, что повреждение корпуса произошло примерно 11-13 месяцев назад. Так это мой корабль? Месяцы? Как мы смогли? Ну, из капсулы без анабиоза туда, это странно. Хорошо, скажем, это верно. Это правильно, командир? Чё правильно? Монологи тут, диалоги не страдают. Учитывая события нашего прибытия, это может многое объяснить. У шефа Луца была теория о замедлении времени в окрестностях нестабильного варп-поля. Движок космический. И нерегулярный варп, искажение вокруг Титана, в которое нас втянули. Не, нифига это не движок. Можно считать одним. Верно, командир, я анализирую это далее. Анализирую это далее. О, еще баги. Ладно, давайте рассмотрим, что это не 2473, а 2074. Год, видимо. По любой причине. Хорошо. Давайте рассмотрим. Я думаю, что мы должны исследовать обломки более внимательно. Блин, я уж все собрал, что мог. Ничего не мог тоже. Может, мы получим больше информации о том, что случилось с флотом, если нет ничего больше. Ладно. Энергетическая матрица, чтобы это ни было. Пока мы тут, я обнаружил поблизости электронный поток. Ох ты, набор лучше винтовка. Это винтовка или это... Погодите. Это не винтовка. Полуфабрикат, все, я понял. Использую, конечно, компоненты, хорошо. Пойдем дальше смотреть. Там, по-моему, еще контейнеры. Че это? А, контейнер. Еще электроника. И дайте пролезу. Я думаю, тут стоит поселиться. С одной стороны, я, конечно, базу тут не хочу. С другой стороны, тут может что-то интересное найти, мне кажется. Затонувший электронный поток. Пойдем посмотрим. Затонувшая. Оп. О, контейнер? Да, контейнер. Заряд МИ, чтобы это не было. Так. Я вот наверх могу, наверное, залезть. И я... Дай залезу. Джетпак надо, чтобы такие места лазить, конечно. А эти не смог. Ну и хрен с ним.
Ладно, Паш, пойдем электронные МИ смотреть. Ага, там радиация, если что. Оп. Давайте посмотрим, вдруг кто-то оставил еще одну записку внутри. Давайте. Капитан Брэннер и большая часть летной команды были убиты всего несколько секунд назад. Снаряд попал в часть судна. Блин, попал в носовую часть судна. Мне невероятно повезло. Мои абсолютно оправданные критические замечания, сделанные после того, как мы столкнулись с этим беспорядком, заставили лейтенанта отправить меня на проверку спасательных шлюпок. За секунду до удара по мосту. Карма? Может, нет. Теперь я не могу покинуть эту комнату. Двери запечатаны. Я стою перед секцией спасательной шлюпки и не могу в нее войти. Что не имеет значения, поскольку вся секция отсутствует. Я смотрю в небо через большую дыру в корпусе. Земля приближается. Я только что услышал разрывы металла. Корабль разваливается. Это может быть моя последняя запись в этом КПК. Я положу это здесь. Может быть, я продолжу это позже. Надеюсь, по крайней мере, наши инженеры выполнили свою работу при создании этих структурно усиленных секций. Эмерсон, прапорщик. Ладно. Оптические датчики обнаружили что-то прикрепленное к одной из машин там. 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 Там? Вон там. 31 метр. Так, я опять куда-то провалился. Ладно, вылезу. Или не вылезу. Да, блин, тут у вас хрен выйдешь. Выпустите ироды. А! Да выпустите. О, вылез. Блин, а что, белка по всему этому лазить? Отсюда не зайду. Так, фонаря. Недоступен. Хорошо. Это так радует. Блин, темнеет. Смеркается. Собственно, уже время до восхода. Ух, на нем прикреплен блокнот. И похоже, что написано в секретном коде нашей компании. Посмотрим, смогу ли я расшифровать это. Давай, смоги. А я пока поставлю палаточку, наверное, тут. А, не успею. Отметка времени 26 августа 2474. Я угадал это год. Для того, кто найдет это. Гейдельберг потерян. Лишь немногие выжили в аварии. Палант уже вступил в контакт с местными аборигенами. Талон. Должно быть, они увидели, что как мы спускались. Мы буквально разбились на лужайке перед домом. Сейчас мы движемся к поселению Талон. Зиркс идут за нами по пятам, но, кажется, потеряли интерес. Или они в настоящее время отвлекаются остальным флотом. В последнем сообщении, которое мы получили, говорилось, что флот отступает. Титан потерян, вероятно, разбился на Луне. Не уверен, выжил ли экипаж. МС Грант отправил зашифрованный сигнал, который, мы надеемся, Зиркс не сможет расшифровать некоторое время. Это наш билет отсюда. Некоторые друзья установили телепорт в обломках в нескольких километрах. Эмерсон, счастливый сын, сгенерировал карточку-ключ. Я не уверен, есть ли другие корабли и другие выжившие. Я оставлю подсказку для тех, кто может прийти позже, с инструкциями, как создать эту карточку-ключ. Для аутентификации используйте ИИ процедура 34. В противном случае консоль мгновенно самоуничтожится. Если Талон потерпит неудачу, я советую каждому оставшемуся в живых найти одну из деревень Талон. Эти ребята помогли нам выжить и смогли бы помочь вам. Удачи всем, кто читает это. До скорых встреч. Хорошо. Это медленно восстанавливает картину. Телепорт. Но нет информации, где его найти. Вика, где в этой куче мусора можно найти мостик или вышеупомянутую консоль? Хорошая новость, командир. Я обнаружил, где находится консоль, о которой говорил писатель. Где? Ага. Мостик. Хорошо. Блин, отпусти меня, этот, как его, сюжет. Я бы уже, наверное, закончил. И как я туда пролезу? Изнутри, что ли, как-то? Это вообще рассчитывалось на человека, у которого нет джетпака? Или нет? Я думаю, нет. Эх! Нет, я могу, конечно, что-то распилить тут. Что-то разутилизировать. 16 метров до мостика. Здорово! Как мне туда попасть-то? Я летать-то не умею. Видимо, откуда-то как-то снаружи можно. Да и пустите вы меня. Вот оно где-то тут. Так. Давай.
Допрыгнул, нет. Блин, прыжка не было. Ну, должен. Да, блин, что ж ты скатываешься, не прыгая? Хорошо. Да, блин, он не прыгает с земли. Вернее, видимо, прыгает, но как-то потом. Блин. Или я поздно нажимаю. Не знаю. Давайте тут попробую. Тут вроде места побольше. А, 400, много. Остальное было бы. Я, кстати, это утилизирую, а мне ничего-то не падает, ничего вроде. Во. Знал, что не перелет только был. Так, хорошо. Да, вынесло наружу. Достало. Кто попасть? Я же не могу, как в инженерах, построить тут откос. У меня стрелки такой нету. Оп. Запрыгнул. Чё это? Ладно. Вертикально один на один. Стекло, наверное. А, корабль на боку лежит, понятно. 6 метров. Ну и как? Разрабы, блин. Нажмите F, чтобы использовать медстанция. Хоп. Ничего, так я прыгнул. От души. Да блин. Нет, я дырку-то пробью, чтобы выйти. Как мне к консоли попасть? Вот в чем вопрос. Офигеть, на боку так лежит. Ладно, фигачим. Я, конечно, могу такую типа ступеньку построить, да? И ступеньками продолбить дырки в корпусе, чтобы туда пройти к консоли. Сейчас посмотрю, что с улицы можно сделать. Да, блин. Хоть как-то. О, вылез. Фу. Взлетел, орел. Комнатный. Давайте дырку побольше. Между тем была ночь. Местные жители с интересом смотрели на идиота, бегающего вокруг корабля и долбящего его корпус. Да, блин, ну вот как вот. Ладно. Сейчас что-то отломаю и буду жалеть, я чувствую. Просто там будет дырка. Не такая уж там и дырка. Оп. Не понял. Это не материально? У меня полумеры есть какие-то? Или я отпрыгаю все время на максимум? Оп. Чем меня так бросает? Вот перелетел. Как так? Я остановиться должен. О, стоять. Так, хорошо. Ну, зацепил.
Введите код. Рутин 34. Привет, выживший. Деактивировать консоль. Успешно завершили. И чё? А дальше чё? Доступ к консоли. Здорово, я же её нашёл. Или мне ещё что-то надо? Хорошо, это было легко. Где мы найдем телепорт? Помните станцию на месте крушения? Мы должны начать там. Я отметил на вашей карте. А, обратно к капсуле, что идти. Ладно, хрен там. Я палаточку тут поставлю, что-нибудь скрафчу. Правильно? Правильно. Так. Палаточка, камон. Телепорт. А, нет, это палатка, не телепорт стоишь, не надо мне этого рассказывать. Так, это чтобы уснуть до утра. Что мне надо? Мне нужно, наверное... Что с температурой вообще? 22 градуса, ничего мне не нужно. Ensign Emerson. Лог. Лог. Логи я куда-то складываю. Я бы уничтожил, но не уверен, что это не нужно. Вернее, что это нужно. Так. Ну, давай посмотрим, что я могу тут крафтить. Я не так много я могу крафтить, на самом деле. Таблетосы, металл, электроника. А, пардоньте, вот я что могу крафтить. Вот что. Вот что. Так, дробовик, бензопила, пистолет сами крафтить. Что, мою винтовку вот. А что мне нужно? Микрокомпоненты, электроника, битый камень, медная руда, кремниевая руда, мотор, окно, чуть-чуть тебя накидать-то. Что, построилось что ли уже? Продукция, не вижу. Так, железная руда. Что там еще? Титановые пластины, все вот он накидаем. Улучшенная винтовка пока без меня. На трубке, короче, вот так. И потрошки. А сколько штук-то это будет? Ну, один медный слиток, я думаю, прилично это требуется. Нет. Уберись. Вот. Десяток. Я не знаю, десяток это патронов или десяток это автоволокно. Нет, у меня есть автоволокно. Фонарь, давайте его тоже скрафтим. Возможно, я об этом пожалею. Так. Что у нас тут? Легкая броня, снайперская винтовка. А улучшенная винтовка это как? Нет? Я за полуфабрикат ничего хорошего не могу сделать. Окей. Иди сюда. 50 патронов. Это я 500 патронов зафигачу себе. А пусть будет. Ну, вот это уже лучше. По крайней мере, вот эту теперь хрень я могу использовать исключительно, чтобы утилизировать. Ну что ж, господа, давайте на этом закончим, а то я прям завис почти на час. Игра отличная. Жмите, пишите. До новых встреч.